Голиков, чудо сказки. Для чего нужны нам сказки? Что в них ищет человек? Может быть, добро и ласку? Может быть, вчерашний снег? В сказке радость побеждает, сказка учит нас любить. В сказке звери оживают, начинают говорить. В сказке все бывает честно, и начало, и конец. Смелый принц ведет принцессу непременно под венец. Белоснежка и русалка, старый карлик, добрый гном. Покидать нам сказку жалко, как уютный милый дом. Прочитайте сказки детям, научите их любить. Может быть, на этом свете станет легче людям жить. Нам сказки.